Ну, ты достаточно навоевался на своем веку. Совершенно точно знаю, что вот только в кино вот наши это ангелы, а вот там немцы, кто угодно, демоны. Это не так. Демоны с обоих сторон. Когда на мушке у тебя человек, срабатывает как раз инстинкт. Ровная мушка, плавный спуск. Цель на мушке. Безобразие творятся с обоих сторон. Так вот, я, насколько разбирался в этом вопросе, там, конечно же, есть бандит, спора нет. Там, конечно же, есть террорист, спора нет. Там есть наемники. Но это элементы, сопутствующие любой войне. Но там есть достаточно много людей, которые искренне уверены, что они сражаются за Родину, за ее свободу. Есть много людей, которые, я уже об этом говорил, потеряли родственников. Смыслом их жизни стала месть. То есть это весьма сложная такая конгломерат. Поэтому мазать всех одним миром и говорить, что все плохие, не с кем разговаривать, нечего делать, только убивать, убивать, убивать. Ничего из этого не выйдет. Чем больше или чем дольше будет продолжаться война, чем больше бомб, снарядов, ракет упадет на землю, чем больше убитых и раненых, тем шире социальная база этого движения. Но надо когда-то останавливать очень жестко. Надо развеивать миф об ускользающей победе. Никто там никого не победит. В гражданских войнах не бывает победителей. Не бывает.